Всем привет, с вами Нисхан и игра Dark Souls Remastered. Так, в прошлом видео мы прошли Темный Город, повоевали с Квирек и позвонили в последний, во второй колокол. Так, и сейчас у меня по плану Анорлонда. Но прежде чем идти в Анорлонда, давайте мы сейчас сначала пообщаемся с кузнецом, мало ли что-нибудь новенькое может скажет. Мало ли, чем черт не шутит. Так, вижу, у тебя замечательный уголь. Был бы у меня такой, я бы выковал могучее оружие. Ты не хочешь отдать его мне? Ну да, отдам. Это великолепно, я не разочарую тебя. Жду не дождусь, когда начну работу. Да и чтоб ты выковал что-нибудь. Хотя уже второй раз так тогда даю угли, но ничего особо ты нового-то не предоставишь. Не предоставляешь, так, извините. А вот он. Вот я могу как изменить, да, все. Только не пущу. А, так получается. Грубый палаш, длинный. Палаш небес. Что это дает вообще? А, магию дает. Кто нас магией наделяет? Ну ладно, это неинтересно. Так, что ж, увидимся. Так, давайте тогда сейчас вернемся в храм огня и пообщаемся с унылым воином. Или как он там его, блядь, его зовут-то, не знаю. Неприятным челиком. Что он скажет по поводу того, что мы уже позвонили в колокола? В оба колокола. По идее, он должен что-то сказать по этому поводу. По крайней мере, я так думаю. Это было бы логично. Потому что после первого колокола он же что-то говорил. Сейчас, может, что-нибудь скажет. Ну ты что тут стоишь? Кто-то стоит, блин. Я успел. Вот теперь там. Смотрите на мой зад. Ну, а тут, походу, можно вывалиться даже с этого лифта. Тут еще одно дело есть, беда одна. Вот тут вот, когда я в прошлый раз сюда бежал, уже вне записи, вот здесь стояли три челика, точнее, два вот таких же вот рыцаря и одна девчонка в белом. Я с ними пообщался тогда, забыв включить запись, и они меня очень грубо так послали нахер. А, это снова ты. Я как бы это сказать, потерял госпожу. Где я ее только не искал, да только бестолку. Куда же она типа одевалась? Госпожа, я ведь поклялся защищать вас до конца жизни. Ты даешь, а? Ваше высочество, куда же вы пропали? Я один в этом виноват, о горе мне. Бесполезное и жалкое ничтожество. Они где-то в катакомбах. О, прошу прощения, займёсь чудесами. Иногда я погружаю себя, а не обращаю внимания. Так, нет. Вот... Или, насколько я знаю, они где-то в катакомбы отправлялись. Значит, они где-то в катакомбах и потерялись. Да? Ну, я тоже так думаю. Так, вот сейчас давайте еще с пиромантом поговорим. А, это не пиромант, это заклинание, нет. Мне надо пиромантию взять у него. Что, можно там у него? Заклинания какие-нибудь? Не понял. А где? А, вот он. Вот он, товарищ пиромант. Тебе после меня совсем не видно. О, какая могучая пиромантия. Расскажи мне о ней. Я никогда не видел ничего подобного. Ну да. Да, конечно же, спасибо за сведения. Я все-таки пиромант не из последних, я сам смогу ее найти. И я снова перед тобой в долгу. Это мы сейчас ему рассказали о дочери Квилек. Забыл, как ее зовут. А я, походу, даже и не знал, как ее зовут. Ну, неважно. Которая нам дала большой огненный шар. И... Ну да, большой огненный шар дала. Так, измени снаряжение. Так, мы можем улучшить сейчас на максимум? Блин, не-не-не, погоди. Сначала купить надо. Что можно купить у тебя? Огненный шар. Огненный шар, огненный сфер разрывается при ударе, обжигая врагов языками пламени. Это символизирует могучесть пиромантов, управляющих огнем. Зажигает в руке испепеляющее пламя. Это начальный уровень пиромантии, так что созданное огнем невозможно управлять. Пиромантия кармины, укротившая силу огня, чтобы самореализоваться. Железная плоть повышает защиту.
Так, это сырая плоть. Это у нас против огня как раз. Огненный шар. Вот его надо поди взять, да? Огненная сфера. Посылает огненную сферу. Огненная сфера разрывается при ударе, обжигая врагов и языкаем пламя. Давайте-ка мы, наверное, вот огненный шар возьмем. Он недорогой стоит. Потом. Взять железную плоть надо, наверное. И вот это тоже возьмем на всякий случай. Ну ладно, раз уж пошла такая пенка, вот это тоже возьмем. Все, на это у нас сколько там на огненный шар нам надо? 8000, ну мне не хватит, здесь тоже не хватает. Поговорите. Мучитель, который, полагаю, все еще живет в великой топе, излагает это своими словами. Мы рождаемся во тьме, и нас греет огонь, но мы не можем дотронуться до него. Те, у кого тяга к огню сильна, могут научиться держать его в своих руках. Что-то я опять пропустил часть. Да, это старый сморщенный тритон умел играть словами. Как ты любезно к нему относишься. В этих краях пироманта пользуются уважением. Ведьма Изолита, одна из легендарных повелителей, является богиней-матерью пиромантии. Так что, когда я стал нежить, я обрадовался. Я почувствовал себя избранным для изучения древнего искусства. Конечно, в конце концов, все оказалось не так романтично. Так, ну это ты уже повторяешься. Ладно, окей. Так, давай теперь с тобой поговорим. Блин, как же вообще вернуть душу хранителя с огня-то, а? Тебе удалось ударить во второй колокол? А, шумное, хранит и убивает дыхание. Блин, не дослушал опять. Не дочитал. Скажу тебе, тут не до шуток. Блин, я опять пропустил. Это привычка куда-то тороплюсь, ведь вечно с этим надписи. Проклятая воин, мне только начало тут нравится. Ох. Думаю, пришла пора что-то с этим делать. С чем? О какой войне ты говоришь? Ох, думаю, пришла пора что с этим делать. Все, повторяешься? Ну ладно. Ну, непонятно, о чем он вообще говорил. Я часть прослушал, еще про какую-то вонь говорит непонятно. Ладно, все это фигня. Теперь давайте пойдем все-таки в Ванор Лонда. Сначала поговорим, конечно, с Луковкой. С сэром Луковкой. Как он там? На S у него имя. Я, блин, вечно забываю. Ну, неважно, Луковка, он и в Африке Луковка. С ним поговорим, если он там еще, конечно. И потом пройдем в сам Ванор Лонда. Ох, там будет у нас непросто все. Я видел сам по себе Ванор Лонда довольно сложная локация. Это было еще во втором и в первом Dark Souls. Хотя во втором, по-моему, Ванор Лонда не было. Или был. Не помню. Был ли Ванор Лонда во втором Dark Souls? Ай-яй-яй! Сучка. Крашеная. Аккуратно получился. Ну, в общем, но в третьем Dark Souls Ванор Лонда был довольно сложная локация. И, насколько я знаю, судя по тому, что я видел... Опа, ты что это? Да. Судя по тому, что я видел на стримах у Милы Милы, Ванор Лонда довольно сложный и здесь тоже. Поэтому не знаю, сколько времени и сколько сил у меня отнимет эта локация. Но пройти мне ее надо, чтобы получить возможность перемещаться между кострами. Надеюсь, я быстро с этим справлюсь. Тем более, что я тут пообещал постараться, по крайней мере, как минимум, быстрее Милы справиться с этим. Сомневаюсь, что у меня получится, но попытаться стоит. Вдруг получится. Так, Луковка, ты там? Что-то я сомневаюсь, что он тут будет ждать. Скорее всего, он ушел. Да, его там нету. Да? Его там нету. Так, здесь сейчас, я точно знаю, будут какие-то ящеры. Я уже видел у Мила-Милы, как они тут выскакивают. Крепость Сена? Это нифига не Ванор Лонда. А, да, Ванор Лонда же за крепостью Сена. Ловушка. А на что я тут наступил-то, чтобы в ловушку вот попасть? Где вы, ребята? А, вон оно. Давай, иди сюда. Так, справлюсь, нет, с этим. Так, ну, в принципе, с одним справился. Но их тут не один. Здесь их больше, чем один. Так, вон, как минимум, еще один.
иди сюда. Давай, прыгай. Ага, не хочешь прыгать. Самый хитрый, да, что ли? Вот так тебе. Так, еще будет кто-нибудь? А почему ты здесь лежишь? Так, будет еще кто-нибудь? Вроде пока никого не вижу. Опа, вы не оживете? Нет, это просто статуя. Но вот эти вот ребята мне не нравятся. Сразу говорю. Они напоминают мне как раз тех ребят, которые в Honor London в третьем Dark Souls были. Это черные рыцари, по-моему, да? Они здесь были в этом Dark Souls тоже. Неприятные ребята. Опа. Да, вот с этим вот проблемки будут. Я видел, как с этим с Милой Мило убивалась об эти ловушки. Я, походу, тоже буду. Так, туда еще надо как-то попасть. Как? Непонятно. Вниз. Не падать лучше. Лучше не падать, да, вниз. Значит, идем туда. Так. Так. Прошли. Ой, там по мне магия шмаляет. По мне магия шмаляет. Кто-нибудь нападет тайком? Да, вон по мне шмаги в спину, блин, прям лупит. Скотиняк. Только как бы его достать? Откуда он там лупит? А, вон откуда. А, из лука бы его достать можно было бы попробовать. Из арбалета не получится точно. Я с этим арбалетом справиться нифига не могу. Достанет у меня отсюда? Думаю, да. Ну, я как мало урона-то наношу. А нет, не достает. Вот я достаю. Ну, вот и буду так шмалять. Я это делаю на всякий случай, потому что вот эта вот скотиняка... Я что, не могу попасть? Он вполне может меня подловить в самый неподходящий момент. И сбить меня там куда-нибудь. Ты, сука. Как по тебе попасть-то, что-то наверняка. Хм. Молодец. Ну-ка, здесь у нас что? Ничего. Ладно, пойдем тогда наверх. Но он не убился, он, походу, живой. По крайней мере, душ я не помню, чтобы он получал за него. Или я, может, просто не заметил? Так. Что-то я не помню, откуда я пришел-то? Прям туда надо как-то попасть, ну туда еще. Так, ладно, приготовиться и есть. Прошли. Прошли. Ух ты, ловушка опять. Это одноразовые ловушки, нет? Большой осколок титанита. Я не удивлюсь, если вот эти статуи когда-нибудь оживут, а? Тут я совсем этому не удивлюсь. Так, проблемка. Я сюда пошел. А, ну да, все правильно. Я там ничего не пропустил. По крайней мере, такого. Совсем уж очевидно. Так, здесь что-то... Ловушки нету, это смущает. Странно. Это кто там помер? Странно, что ловушки нету. А, вот и ловушка. А, ну понятно. Бей прорыв.
Ишь ты какой, блин. Так, шарики. Шарики за ролики, блядь. Не надо пока. Давай сюда. Пока туда мы не пойдем. Опа. Бей удобство. Не понял. А с ним поговорить нельзя? А, он просто спит, это враг, да? Ну ладно. Ну ладно, убьем тогда. Нафиг он тут вообще нужен? Может, его не надо было убивать? Ох, не знаю, не знаю. Так, вот это очень похоже на ловушку очередную. Здесь поди шарик скатывается. Нафиг это все надо было? Непонятно. Ладно, так, думаем. Сейчас ждем, когда шарик прокатится. Пойди. Давай поглядим вниз. Там полностью спуск, да? Там некуда идти, да? Давай еще раз дождемся, когда он прокатится. Да, там падает. Ладно, давай сейчас подождем опять. Мне вот туда надо. И как я там? Я там убьюсь, если сейчас пойду. Ох, ухушеньки, сейчас будет беда. А, не проскочил. Так, здесь у нас туман. А, почему ты-то еще живой? Откуда он шарит? А, вон откуда он шарит. Ну, ладно. Не заденет меня? Не задел. Так, погоди, давай туда смотримся. Как-то очень стрёмно все прозвучало. Так, это обычный сундук вроде бы. Кольцо стальной защиты. Так, это что-то знакомое. Кольцо стальной защиты. Так, вот это ржавое кольцо мне нафиг здесь не нужно, по-моему. Принадлежало королю рыцарю Рэндаллу. Обеспечивает защиту владельца, усиливая защиту от физического урона. Одна из наиболее известных легенд о короле рыцаре Рэндалле описывает его сражение с огромным драконом, которого он порубил на куски. Само собой, мы это колечко возьмем себе. Полезное колечко. Давай, падай. Так, и давай вон сюда вот. Ныряем. Никого. Эх, хорошо бы вот такие доспехи себе забыть. А? Не помню, в каком-то, то ли во втором, то ли в третьем Dark Souls вот эти доспехи можно было выбить. Здесь не знаю. Ох ты ж, сука. Блин, эти ловушки, непонятно, как они активируются. Ой, звук мне не нравится. Как сильно мне не нравится этот звук, который я сейчас слышу. Это невыносимо. Так. Так, так, так. И как мне тут надо? Куда идти? Блин, а здесь в этой локации, походу, сильно запутаюсь. Да? Заблужусь. Походу лучше наверх надо. Ах ты ж, сука! Не вовремя я выскочил. Ой, как я не вовремя выскочила. Болван. Давай, сейчас. Давай, ну-ка, 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 куда я там могу? Ах ты ж, сучка! Давай, вставай быстрее. Ну-ка. Живой? Я пока живой. Так, думаем. Вот эту фигню, я знаю, можно двигать. Я это тоже видел у Милы на стриме. Блин, это все эти спойлеры. Сам себе заспойлерил. Так, надо. Там кто-то пробежал. Надо, я думаю, мне повернуть как-то вот этот шар, так, чтобы он падал туда. Верно? Чтобы он мне не мешал. Это же, по-моему, логично. И вон туда вот, чтобы, да, чтобы вот в эти два места поворачивать.
Что такое? Никто меня сейчас не задамажит? Ну-ка, куда сейчас падать будешь? Да, вон туда он сейчас падает. В принципе, можно и туда. Да? Да, в принципе, можно и туда. Там-то мне здесь ловить нечего. Но там я был вот как раз. Или не был? Стоп, он сейчас только что проход открыл мне. Ну-ка еще разок давай. Почему только так? Почему только так, я не понял. Ну-ка. А, это вообще другое место. Не, это другое место совсем. Походу. Да? Ну-ка еще раз. То есть спустимся на всякий случай, пройдем. А, нет, все правильно. Все правильно, вон там проход сейчас только что открыл. Тут я был. И там какой-то проходец сейчас открылся. Давайте глянем. Куда он ведет? Друг впереди. Друг впереди. Эй. Отмычка. Что, туда можно пройти? Душа героя. Так, что тут за друг впереди? Тут нет друга впереди, тут есть провал. Может, где-то спуск вниз? А, вот. Похоже, ты в своем уме. Редкое качество в наши дни. Мое имя Логан. Как видишь, я тут попал в переплет. Знакомый дядя. Но у меня есть идея. Ты можешь меня освободить. Я старый, у меня ничего нет, но я могу поделиться с тобой знаниями и волшебством. От этого места у меня ум за разум заходит. Бездействие давит на меня. Это, по-моему, тот самый учитель этого. Не помню, этого, по-моему, Закмагата, который там у нас стоит в храме огня, по-моему, если я правильно помню. Блин, вот это вот надпись. А как я тебя должен освободить? Как же тебя освободить-то, а? А, вот, открыть. Отмычка. О, небо, благодарю тебя, я спасен. Я бы хотел продолжить свои странствия. Поговори со мной там, я поделюсь своим волшебством. Блин, где там? Я опять нажал на кнопку пропустить, а? Надпись. О, здравствуй, не обращай на меня внимания. Ступай с моей дорогой, я пойду позже. А, со мной будет все в порядке, не сомневайся. Да, блин, где тебя ждать-то? В храме огня, надеюсь? А зачем это? А зачем их все открывать? И надо ли их вообще открывать? Ну-ка, вот это тоже. Ну-ка. Ничего не изменилось. Это зачем? Просто так, для прикола, что ли, сделали? Ну ладно, вниз мне падать нет, зачем? Пойдем тогда дальше, назад. Ай-яй-яй, я туда не могу, мне придется здесь идти. Ну-ка, он тут покатится, нет? Да вроде нет. Так, мне сейчас надо... Блин, погоди. Ждемся. Давай, пробежали. Надеюсь, успею. Не, навряд ли я успею. Не успел опять. Хотя мог бы успеть, в принципе, если бы не затупил. Так, давай теперь мы опять сейчас развернем, чтобы нам не мешало. Во, теперь я повернул все-таки в другую сторону.
Вон туда. Да? Да. Все правильно. Так, теперь давайте все-таки вернемся назад. Вон туда. И тут все осмотримся, вниз спустимся, посмотрим, что там внизу у нас находится. Опа, ага. Ну ты скотиняк, а. Так, ладно. О, погоди-ка, пиромантию на тебя проверить, что ли? Блять, ага, какую-то... Вы там проверишь на тебе пиромантию. Блин. Луком тебя, что ли? Как тебе шандарахнуть так, чтобы ты оттуда улетел, блин? Ну-ка, достану. Ага. Блин. То попадаю никто, то нет. Повыше. Нет. А как я до этого попал-то? О. Столкнем его сейчас, значит, может быть. Еще чуть-чуть. Ну для хамуха. Так он не собирается, что ли, падать? Еще. Лишь бы он не достал меня. То будет не весело. Ну ты че? Да что ты? Вот я ж не двигал его. Зачем вот? Что, еще не все? А, все, да, помер. Отлично. Радует. Так, пойдем тогда дальше. Вниз. Туда бы надо как-то попасть все-таки. Как туда попасть? Вот фиг поймешь, как туда попасть. Лучше как-то забрать надо. Так, там что-то опасное. Тут лестница есть. Ну-ка, давай-ка мы на всякий случай подлечимся. По-любому сейчас какая-то ловушка. Берегись, капкан. Капкан. Ну, ловушка, да. Берегись, сундук. Это мимик, да? Так, а что тут сейчас шевелилось, я не понял. А, вот это, да? Блин. Вот это мимик, 100%. Я не вижу цепи. Ну да, это, видимо, мимо. Ну кто? А без цепи можно как-то его отличить? Ладно. Вот так вот. Изи. Ну это если знаешь, конечно, что там мимик. Тогда ну изи. А как если не знаешь, так открыл, так это пиздец. Копье молнии. Копье молнии. Ну мне копье не нужно, но все равно посмотрим давай. Что за копье такое? О, он молния такой, но это логично, судя исходя из названия, это вполне логично. Обычно копье в основном используется солдатами, позволяет держать большую дистанцию и прикрываться щитом. Эффективно против тяжелых доспехов, позволяет вовремя нанести мощный удар, однако область нанесения удара мала и четко закрывается щитом. Так, туда, сюда, туда, сюда, давай сюда. Куда это ведет? Там в окошко не, можно было спрыгнуть, да, поди? А
она еще выше поднимается. Ага, а там у нас ловушка. Не надо нам выше. Ну, блин, ловушка на ловушке. Да. Ловушка погоняется. Так, тут кто-то дверь где-то выбил. Вон там? Вот тут дверь, походу, выбил. Куда это ведет? Так, ну-ка сюда глянем. Еще какая-то дверь. С этой стороны не открыть. Понятно. Ладно тогда. Ну-ка сюда. А это мы сейчас вернулись, получается, да. Вот здесь у нас механизм вот этот вот находится, да. Ну ладно, раз уж мы сюда вернулись, или... Ну давай тогда уж сюда посмотрим. Раз мы сюда вернулись, сюда вот пройдем. А, ну да, блин, погоди. Сюда мы пришли. Так, понятно, это какой-то короткий путь будет, если там открыть. Так, ладно, окей, давай назад. Назад. Так, не сюда. Погоди, наверное, на всякий случай дай-ка сделаем вот так. Нет, нету здесь иллюзорной стены. Так. Сейчас дождемся, когда она пустится вниз. Вот все. И ё-моё, конечно же, мы покалечились. Там, блин, в окошко нельзя как-нибудь залезть, а? Ну давай рискнем, попробуем в окошко сейчас там прыгнуть. Провалиться. Рискнем. Хотя, если я облажаюсь, меня убьет. Так, где оно окошко? С какой стороны? Понятно. Так, ждемся. Ну то окошко. Так, подожди. Сейчас попробуем в него нырнуть. Ага, не выйдет это окошко нырнуть. Ладно, не будем больше ерундой страдать. Давай спускаемся вниз. Блин, я не успеваю за ним. Вообще не успеваю за этой платформой. Ладно, хер на нее. Пойдем тогда, куда мы еще? Где мы еще не были? Где-то вот тут вот лестница была. Да. Куда она ведет нас? Нафига она нужна тут, эта лестница? Падать я туда не собираюсь. Нафиг тогда мне это надо сюда? Я что-то не понял. Я прыгать туда не буду. То еще ну и нафиг убьюсь. Хотя если есть лестница, значит, есть в этом смысл какой-то, да? Непонятно. Так, вот туда как попасть-то, а? А, вот, стоп! Я болван. В принципе, вот тут можно спрыгнуть. Можно было здесь спрыгнуть, а я не заметил. Большая душа гордого рыцаря. Так, это у нас куда? А, вот два прохода каких-то. Ну-ка, давай сначала сюда глянем. Шапка черного колдуна. А, сет черного колдуна, волшебство, бесшумность. Вот эту бесшумность, это круто. Так, это походу тот самая дверь, которую мы не могли открыть сейчас недавно. Да? По-моему, да. Да, точно, это она самая, эта дверь. Да, она самая. Так, давайте посмотрим, что там за сет такой нам выпал. Шапка черного колдуна. Шляпка секретных колдунов Винхеймской школы драконов. Они тайно работают над звуковыми заклинаниями, никогда не обнаруживают себя. Они тайно работают над звуковыми заклинаниями. Одеть, не одеть. Одеть, не одеть. Ну давай оденем, посмотрим. Буду ли я тише? Да не похоже. Хотя доспех, конечно, не бряцает, но... Там еще заклинание есть. Ну, заклинание я так знаю, что это за заклинание. Догадываюсь, по крайней мере.
Так что неинтересно. Так, пойдем назад. Как выглядишь? Да не, по-моему, сет вора был гораздо приятнее. Смотрите. Так, чего? Вот сюда. Давай по прямой. Ну или не совсем по прямой. Так, это где? Опа. Что это такое? Так, это куда? Так, я здесь был, не был, а? Зараза. Прыгнуть, не прыгнуть. Да пофиг вообще, убьемся, так убьемся. Нет, чуть не понимаю, здесь был, не был. Нет, судя по всему, не было. Там кто-то ходит. Тень от механизмов от этих, от ловушек от этих. Нет, я пока не буду туда идти. Пока не буду туда идти. Так, где тут спуск-то? Вот он. Назад. Так, вот тут я тоже был уже, да? А, я болван! Ай, сука, вот так вот тупить могу только я. Скотина, я невнимательно смотрел, куда иду. Ах ты ж, блядь, я забыл совсем. Ладно, хер с вами, возвращаемся. Пиздец, блядь. Ой, куда это я? Я вообще не туда сейчас. Ой, кошмар. Кошмарище. Где у меня сет вора? Он все-таки получше, по-моему. Маска вора. Черный кожаный доспех. Блин, сейчас еще опять заново с этими воевать, со всеми. Да. Так, вот она, ловушка. Но она одноразовая, ловушка эти. Иди сюда. Так, есть. Минус один. Где второй? Вон он, второй. Давай, прыгай. Не собираешься прыгать? Вот так. Минус второй. Не очень хорошо получилось, но все равно справились. Так. Ладно. Там кто-то живой. Горе впереди. Какой еще горе? Все нормально. Ах, нихуя себе нормально. Подставился я. Так. Ты откуда вылез-то, ё-мо, тебя не было же, помнится. Так, сейчас чуть было не было. Да блять, да что ж я так продолжаю-то сейчас? Да блять, я лажаю сильно. Ладно, придется идти, не буду я стрелять по нему. Замучусь я по нему стрелять. Таким макаром. Так. Ах ты ж, сука. Вот так. Так, здесь сейчас ловушка будет. Сработал. Вот теперь сработало хорошо.
Стена опять починилась. Так, механизм. Что, не работает он в эту сторону? Ну ладно, мне же лучше. Так, вот здесь сейчас должен появиться. Давай, иди сюда. Блин, опять ловушку сработала. Хорошо. Пока живы. Так, ты тут работаешь, да? Ты тут работаешь. Ох, он же сейчас сработает, меня убьешь. Так, давай. Давай, надеюсь, в этот раз я справлюсь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. О! А, успел, смотрите, я успел. Я успел. Отлично, поворачиваем его. Вот туда. Правильно, что в ту сторону же крутишься. Да, все правильно, в эту сторону. Так, там я тоже был. Не был вон там, и вон там не был. Куда тут ведет у нас? Пять ловушек, да что ж ты? Вославь солнце. Зачем? Из-за окошка, что ли? Темно. Темно и нифига не видно. Так-с. Механизм. Вот этот механизм проблемный. Так что давайте-ка мы назад пока вернемся, вниз пойдем по той дороге. Да, все правильно. А, это вот как раз, ну понятно. Понятно. Так, тогда, ну, значит, туда и остается нам идти. Готовится она. Давайте посмотрим, как она ходит. Бляха-муха, вот тут неудобно вообще, пиздец, я тут упаду. Мила-мила здесь пыталась пройти не раз, и у нее не получалось много раз. Но это тяжело ей было здесь проходить. И вот я что-то чую, мне тоже будет непросто. Вот я вижу, что они идут попарно, да? Блин, или они, это они все, что ли? Нет, они попарные тут, только вот. Между двумя-то есть раззазор-то. Да, вот так вот. Справился. Ну, в принципе, да. Как я думал, довольно вполне возможно пройти. Сзади, сзади. Чую, сзади кто-то идет. Нет? Вон там. Уязвимость тупик. Ой-ой, ой-ой. Этот дядька какой-то опасный. Он ядом, походу, убить меня пытался. Ладно, фиг с тобой. Так, попробуем сначала в эту сторону пройти. И механизма здесь никаков нету. Здесь можно упасть. Так, у меня есть одна штучка, должна быть, по крайней мере, вроде бы. Которая должна позволить мне узнать высоту падения. Высоту падения это должна быть.
Или не здесь? Нет, не здесь. А где я тогда видел? Это какой-то предмет такой видел, который позволяет, скинул его и узнал, на катку, какая глубина там. Опа. Оп. Иди сюда. Вот так тебе. О, у меня еще на одну, на один уровень вроде душ накопилось. Да нафиг. Походу я их не сберегу до ближайшего костра. Эти души. Поэтому пойдем дальше. Там кто-то есть. Я слышу, ты ходишь. Бей яд. Бей яд. Какой бей яд? Так. По мне шмаляют. Он умер на механизмах. На механизмах. Да, понятно, ожидаемо. Так, как бы тебя... Здесь никак. Так, ну-ка, если вот так. Нихуя. Я сам себе навредил, походу. Да, я сам себе, походу. Нет, это так неудобно, так не стоит делать. Поэтому сделаем мы иначе. Арбалет. Арбалет. Сразу взять. Ну-ка. Ах ты ж, сука. Главное не тупить. Блин, я говорю, не тупить главное. Не понял. А чё, он упал? Он упал. Ладно, окей. Так. Блять, место узкое, пиздец. Я не смогу здесь аккуратно пройти. Как туда проскочить, это место? Хотя вроде как медленно кажется. А, вот оно, это место опасное. Вот они идут попарно. Тут если пройти, вот до той красной надписи, там можно встать. Вот еще надо суметь пройти. Аккуратно. Да, так. Ждемся. Вот так, да. Как я и... Блин, как я был прав, они идут попарно, и надо становиться между ними. Пинки вперед, впереди. Это его спинать предлагают туда. Ну нафиг. Так. Опять вот этот вот стол. Опять можно здесь прыгнуть. Так, там у нас что? А вот этот многоразовая ловушка вот эта. Давай попробуем войти сюда, в туман, в этот. Но вряд ли это босс. А, вот кто камешки-то эти, вот эти вот шары кидает, а? Зараза, его грохнуть надо, я думаю. Чтоб он больше так не делал. Пукости. Хотя, если бы он этого не сделает... Хотя, в принципе, что, он не сильно мешает, что ли? Эти шары, они, наоборот, могут быть полезны. Эй! Эй! Ты кто? Ты откуда? Ты кто, откуда кидаешься, я не понял. А вон кто кидается. Вот этого точно надо шмякнуть. Охуел меня, ну куда он? А, давай вниз.
живы? Опа-на! Да. Этот мне сейчас задаст жару. Ух ты! Даже так может. Вот этот мне сейчас задаст жару. Чую. Чую я кочую. А, не, какой? Фу ты, блядь, я думал, это будет сейчас сложно. Ладно. Хер с вами. Вопрос. Вот этот тут-то как забрать? Тут. Туда можно как-то упасть? Что-то я не вижу, чтобы туда был вообще ход какой-то. А, вон оттуда только если упасть. И все, больше никак. Ладно, пойдем сюда. Так, ну-ка. Опять. Блин, сам себя подставил. Сам себя подставил под удар. Так. Ты вроде не мимик, нифига. Пламенное кольцо с камнем. Усиливает твермантию, поди. Повышает защиту от огня. Вот это мне сейчас надо. Вот это мне сейчас надо. Это было специально сделано, чтобы я... Вот это кольцо специально лежит, чтобы я прошел вон там. Так, поди, может все-таки... Блин, избавиться от этого кольца, которое повышает баланс. Мне неохота от него его убирать, это кольцо. Но и защита физическая тоже нужна. Ладно. Блин, зря я, наверное, сейчас Эстус потратил. Так, давай. Кидай это. Чуть не сдох. Сюда тоже кидает, вот сучка. Сюда тоже кидает. Он будет всю дорогу кидать, да? Да? Как вот это что такое? Вот туда можно упасть. А, чуть было не было. О, костер! Костерок. Хорошо. Как мы удачно зашли. Так, ну-ка, а тут от него можно потом отойти? Куда можно от него деться? А, вот оно как. Ну-ка. Давай-ка мы сейчас туда. Так. И давай мы тут сохраняемся. Вот так вот. Блин. Попробуй пройти дальше или... На этом мы закончим, наверное. Или дальше пройти. Так, давайте-ка мы душу потратим. На куда? На что? Даже не знаю. Сопротивляемость повышать, что ли? Пофиг, давай сопротивляемость повысим. Так, и что же мы? А, починиться надо еще на всякий случай. Демонтируем все сейчас. Усилить мы оружие можем. А мне не надо, наверное, оружие-то усиливать. Броню. Сотвором мы... Улучшить, наверное. Сколок титанита, да, мне нет смысла улучшать его. О, бесшумность. Хотя...
Погоди-ка. Нет, пока мы ничего не будем делать. Ага, вас сжечь надо. Вот что мы можем сделать. Давайте мы сейчас это сделаем как раз. И у нас... Использовать. Вот так. Отдохнуть. Обратить опустошение. И вас сжечь. Что было у нас? 10 эстус. Ну так, и что ж, попробовать, блин, пойти дальше. Я что-то не помню, когда мы начали игру. По-моему, 20 минут. Да, пожалуй, мы на этом и закончим. Все-таки неизвестно, что нам дальше нас впереди ждет и как долго ли. Поэтому давайте мы здесь сейчас закончим с вами. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.